Третий выпуск проекта «Е-овации» будет совсем нестандартным, и мы не побоимся этого слова, что он суперэкспериментальный. Мы перед выпуском посмотрели огромное количество различных интернет-челленджей, которые витают на платформах TikTok, Instagram, сравнили их и попытались сделать свою театральную интерпретацию этим челленджем. Поэтому внутри выпуска оригинальные челленджи из интернета и наша театральная им интерпретация. Итак, TikTok против театра. Поехали! Теперь смотрим Next Challenge. Это Disney Princess Challenge. Original. А теперь мы смотрим, как это реализовали наши артисты. Нам очень поможет, если каждый из вас поставит лайк нашему видео, подпишется на наш канал и поставит колокольчик для того, чтобы не забыть, когда будут следующие выпуски.